было, началось, наверное, где-то половина шестого, где-то, вернее, даже, может, маленько пораньше. Вот трое детей погибли. А как семья, скажи, говорят, они недавно приехали? Вы знаете, они недавно дом купили, мы с ним особенно контактов никаких не имели. Они молодые, ребятишки там придут, поздороваются. Ну, с ней пару раз разговаривали, она работала в магазине, туда я в магазин не ходила. Это муж ее, он это дальнобойщик. А где она была? Не знаем. Она уже прибежала, когда уже тут это приехал пожарный, уже там это детей стали искать. Они там с какими-то аппаратами, не знаю, это мы там в шоковом состоянии были все, с аппаратами, и они искали. Потом они их вытащили, туда не подходило, потом вытащили, вот здесь они лежали, трое детей. Четыре, сколько, 12 и 14 лет. То есть уже признаков жизни нет? Нет, уже они все, уже все. Потому это у меня сосед, я позвонила соседу. Это, я говорю, Коля, горят. Вот он прибежал, они тут с моей еще матерью, они там, пока я звонила в пожарную, они там грохотали в двери, в окна. И там и такой ядовитый был это дым. Вот он, это, огня не было, просто это из-под крыши. Он как-то вошел туда. Как-то он дверь открыл, я не знаю. Он говорит, я туда вбежал, а и такой ядовитый дым, что, говорит, я оттуда уже выскочил. Уже, говорит, это... У них все время свет горел, они вот на ночь оставляли. Не знаю, то ли ребятишки боялись, может, это без света, может, от этого, от света, от электричества, не знаем. В общем, больше ничего не могу сказать. Страшно, вообще, это вообще не пережить. Это дом-то, черт с ним, с этим домом, а вот дети-то...